Более 300 собак приняли участие во всероссийской выставке собак всех пород. В Пушкино ее проводят несколько раз в год. Показать своих питомцев приезжают представители питомников и заводчики со всей страны. В этот раз, например, были из Читы, а также Республики Мари-Эл. Ну, мы ездим по всему миру, и в том числе и по России. А это монопородная выставка, ну, достаточно высокого уровня, ранга КЧК в каждом классе. И поэтому мы решили навестить и эту выставку. Привезли своих питомцев. У нас принимало 4 человека из питомника участие. Так что порода на самом деле очень удобная во всех отношениях. Она компактная, она нетребовательная, веселая. Но единственное, что триминг требуется. Из нового постоянно меняется порода в монопородной выставке. В этот раз Керн-терьер. Привезли более 20 собак из разных городов России. Это большая монопородная выставка высокого ранга. Собаки получают титул «Кандидат чемпиона красоты национального клуба породы». К слову, оценивают еще и сами питомники. Например, питомник из Йошкар-Олы стал лучшим в монопородной выставке. Кроме того, проходят и другие выставки. Это ранга чемпион РКФ и ранга САС разных групп. Сегодня мы приехали с американским ставшистским терьером, созвездие Став, Эфи, в простонародье Апельсинка, довольно известная собака, которая выступает в России и в Европе. К слову говоря, она была четвертая в Европе из 700 собак. Вот. Ну и, собственно, сегодня выставляем. Она у нас уже такая заслуженная собака в классе ветеранов. Это ирландский мягкошерстный пшеничный терьер. Собачка ирландского типа. В Европе, в Скандинавии очень популярная порода, потому что собака не линяет. В доме от нее шерсти нет. Но мыть ее надо желательно часто. Очень приятная шерстка. Собачка-компаньон во все тусовки с владельцами с удовольствием вступает. Играет с детьми. Ну, вот такая квартирного плана и, знаете, как охрана территории тоже замечательно. Но собака не должна кусаться. На выставке судьи оценивают внешний вид животного, как оно себя ведет, его состояние и соответствие породе. Здесь представлены лучшие собаки по своим экстерьерным и генетическим качествам. Организаторы выставки – два старейших клуба города. Это Пушкинский клуб любителей собаководства и межрегиональная общественная организация кинологов «Аркон». У нас еще одна выставка будет в этом году, 28 числа. Приглашаем всех, и не просто участников, приходите, смотрите, это интересно, знакомьтесь с породами, с заводчиками. Все с удовольствием все расскажут, все подскажут про породу, про дрессировку, про все. Евгения Коломеец, Владимир Парфенов, Яков Глызер, новости Большого округа.